Здравствуйте. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы заинтересованы в изучении одного из языков, которые я преподаю. Я занимаюсь этим уже 10 лет и разработал несколько программ под разные нужды и финансовые возможности. Это видео сделано специально для того, чтобы объяснить вам разницу между ними, и вы могли выбрать ту, которая вам подходит. Занятия по 30 минут подходят тем, кто не готов тратить золотые годы на репетиторов, но находит в себе силы заниматься самостоятельно. Первый вопрос, который мне задают, когда узнают, что я провожу занятия по 30 минут, это «А что можно успеть за это время?» Проверить ваше ДЗ, например, объяснить ваши ошибки, объяснить нюансы темы, которые вы не до конца поняли, много чего. Занятия по 30 минут в первую очередь направлены на вашу самостоятельную работу. Я просто вас поддерживаю на нелегком пути самообучения. Занятия я объясняю вам тему, после него высылаю вам все необходимые материалы по этой теме, вы самостоятельно ознакомливаетесь с ними, делаете ДЗ, высылаете мне его, чтобы я заранее его проверил. На следующем занятии мы разбираем ваши ошибки, выясняем, откуда они взялись, и я объясняю следующую тему. Эта программа дает вам план обучения, все необходимые материалы, контроль усвоения материала и мотивацию заниматься. Согласитесь, это гораздо лучше, чем один на один сидеть с учебником и надеяться, что вы все правильно поняли. Занятия по 60 минут подходят тем, у кого вечно не хватает времени заняться языком. Здесь, в отличие от программы «Бронза», упор делают на объяснение материала. Вам не придется самостоятельно изучать тему, все тонкости и нюансы я объясняю прямо на занятии. От вас требуется только присутствие на занятии и, по возможности, делать ДЗ. Эта программа, помимо всего включенного в программу «Бронза», дает вам объяснение всех нюансов прямо на занятии, возможность двигаться в своем темпе и, самое главное, онлайн-поддержку. Если во время выполнения домашнего задания у вас возникли какие-то вопросы по пройденной теме или ДЗ, вы можете написать мне, и я, как только смогу, вам отвечу. Согласитесь, это гораздо лучше, чем витать в облаках и думать, вот, когда-нибудь у меня будет время заняться языком. Если у вас есть свободный час времени в неделю, то это когда-нибудь уже настало. Осталось только начать. Занятия по 90 минут подходят тем, кто решил всерьез заняться языком. Не секрет, что за 90 минут можно успеть гораздо больше, чем за 30 или 60, поэтому по этой программе на занятиях упор будет делаться на практику. Помимо проверки ДЗ и объяснения новой темы, мы будем заниматься отработкой новой темы. Все непонятые моменты выявляются и устраняются прямо на занятии. По этой программе ДЗ скорее является закреплением уже понятого материала, чем отработкой только что пройденного, в отличие от более дешевых программ. Эта программа, помимо всего включенного в программу «Бронза и серебро», дает вам полноценное занятие с полностью индивидуальной программой. Мы вместе с вами выбираем ваш любимый фильм, сериал, песню, книгу, и я предоставляю вам материалы, основываясь на ваших любимых произведениях. Согласитесь, это гораздо более захватывающе, чем читать про безликих джимов и сил в учебниках. Занятие по 120 минут подходит тем, кому нужно освоить язык в очень короткий срок. Здесь учебные планы, материалы полностью индивидуальны, все подстраивается под ваши потребности и пожелания. Помимо всего прочего, вам предоставляется языковая поддержка по телефону. При тарифе Сапфир я вам перезвоню сразу как могу. При тарифе Рубин я вам оказываю языковую поддержку, даже если у меня идет другое занятие. При тарифе Бриллиант вы можете звонить мне круглосуточно.